Органы прокуратуры реагируют на каждый сигнал, в том числе и поступающие средств массовой информации. Иван Панченко подчеркнул это с самого начала пресс-конференции. И объем вопросов, которые ведомство контролирует и проверяет, довольно обширен. Например, при реконструкции Астраханского моста контрольно-счетная палата региона усмотрела серьезные нарушения в финансовой отчетности. Надзорный орган это только подтвердил. Похоже, впереди громкое уголовное дело. Прокуратура области с привлечением прокуратуры района и контролирующих и правоохранительных органов осуществляется данная проверка в этой части. Мы можем на сегодняшний момент сказать, что она находится в стадии завершения. Мы сейчас не будем озвучивать, какие меры соответствующего реагирования будут, но мы не исключаем о том, что будут приняты меры и уголовно-правового характера в отношении тех должностных лиц, которые, собственно, нарушили действующее законодательство. Трагедия рязанской семьи, потерявшей новорожденного ребенка 23 января этого года, вскрыла вопиющие нарушения в работе перинатального центра. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, вынесено несколько представлений, от работы отстранены сотрудники. В этой истории сегодня разбираются различные ведомства, в том числе и прокуроры. Точка пока не поставлена. Проводилась также прокурорская общенадзорная проверка в областном перинатальном центре по публикации средств массовой информации, которая касалась аналогичных нарушений, связанных с другими роженицами. К сожалению, действительно, часть информации нашла свое подтверждение, ряд нарушений был выявлен как в этике обращения с роженицами, в области деонтологии, правильности ведения медицинских карт. Немаловажная часть работы прокуроров – проверка соблюдения законодательства при исполнении нацпроектов. Обустройство дворов, городского пространства, безопасных дорог. Из 11 прошлогодних уголовных дел в этой сфере 10 были возбуждены по материалам прокурорских проверок. На нас возложена обязанность осуществлять надзорное сопровождение по реализации национальных проектов. И самое главное – законность использования данных денежных средств. Поскольку вы понимаете, что это денежные средства приходят с бюджета и федерального, и областного, поэтому в этом плане у нас работа выстроена на системной основе. Половина обращений от граждан – так называемая дорожная тема. Об этом заявил заместитель прокурора Никита Зубко. Проверки качества дорог, уборки от снега, освещение – ежедневная работа прокуроров. Вообще в области, по нашим данным, 60% дорог находятся в ненормативном состоянии. За текущий год выявлено более 2500 нарушений в области содержания автомобильных дорог. Исковых заявлений направлено более 700 штук. У нас действует соответствующая группа в прокуратуре области. Здесь очень плотно работаем с министерством. Выделяются огромные деньги по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». В прошлом году выделено 5,6 миллиардов рублей. Все так же беспокоит людей размещение рюмочных в жилых домах. Борьба с этим пролетарским явлением пока идет с переменным успехом. Немаловажную роль играют обращения граждан, ведь зачастую открытие этих рюмочных и функционирование носит латентный, то есть скрытый характер. Поэтому вот, обращаясь к гражданам, хочу заверить, что любое обращение найдет свой след. В случае, если наши граждане увидят функционирование подобных заведений, пожалуйста, обращайтесь посредством интернет, можете лично приходить в любую прокуратуру района, там отказано не будет. Экологические проблемы, безнадзорные животные и скрытые отчеты о доходах депутатов областной думы тоже в топе актуальных на сегодня прокурорских акцентов, как и события с многострадальным озером «Дикая утка». Главное здесь, по словам прокуроров, быть неравнодушным и нетерпимым к нарушениям. Прокуратура обещает отрабатывать каждый сигнал. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».